На улице Пожарского возле дома номер 44 сотрудники водоканала раскапывают колонку. Работы здесь попросили провести жители этого района. Сейчас раскапываем колодец, будем убирать перекрытие, кольцо, потом ставим кольцо, перекрытие и вот этот весь котлован засыпаем керамзитом для утепления. В связи с тем, что у нас сам обогрев стоит на ней, мы ее поставим. Колонка нормальная, она работала, все без проблем у нас. Все будет красиво, заасфальтировано, бордюрки поставлены, будут радоваться. Подобные работы уже проводились в этом районе 2 недели назад. По такой схеме в соседнем квартале благоустроили колонку на перекрестке улиц Пожарского и Безымянной. И тоже после обращений граждан. Стараемся своевременно реагировать на них. То есть эта работа ведется ежедневно, даже бы я сказал круглосуточно, потому что у нас диспетчерская работает 24/7. До конца недели работы на улице Пожарского будут точно завершены. Однако, если Небесная канцелярия позволит уложить асфальт раньше, колонка будет открыта уже в ближайшие дни. Максим Ванаков, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.